За организацию социально значимых массовых мероприятий для детей Светлана Агафонова получает почетную награду. Творческие коллективы 15-й школы искусств этим летом побывали почти во всех школьных лагерях Кировского района с концертами. Почему у нас, например, образцовые коллективы являются таковыми? Да? Именно потому, что педагоги летом организуют вот творческую какую-то жизнь детей. Понятно, что это от них потребует усилий. Нужно поработать с родителями, подготовиться с детьми. Но это, конечно, затем уже на протяжении года помогает реализовывать свои какие-то творческие задачи. Победители конкурса на лучшую организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей получили почетные грамоты, памятные подарки, а также пожелание не останавливаться на достигнутом и с каждым годом совершенствовать свое мастерство. Мы ведь уже начали готовиться к летнему сезону 2017, да или нет? Конечно, да. Поэтому до свидания, лето 2016. И да, здравствует, и здравствуй, и пора. И ждем, и приветствуем, и готовимся к лету 2017 года. Так и есть. Не успев завершить один летний сезон, педагоги начинают активно готовиться к следующему. Ведь чтобы дети легко осваивали новое, в них нужно пробуждать искренний интерес. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.